2010 мая 2012 год. Я в июльской студии в Орландо, Флорида. И вот я сейчас хочу показать, в какой ресторанчик я пойду кушать. Он смотрится просто потрясающе. Итак, кто-то забыл свои чемоданы с сокровищами. Так, ладно, я, наверное, все-таки с той стороны сейчас пройду видео, потому что у меня внутри оттуда есть. У меня есть изнутри видео, но и снаружи есть, но вот с этой точки нет. Потому что отсюда, конечно, нужно снять обязательно отдельно. И вот он, дворец Гарри Поттера. Сейчас я сначала покажу Гарри Поттера. Вот он. Там заснеженные крыши. Очень красиво сделано, очень толково, конечно. И вот этот шикарный ресторан называется «Посейдон». Отсюда не видно голова Посейдона, там вот с этой вот стороны, там громадная голова Посейдона, у него со рта течет вода. Ресторан обалденный, вообще ресторан супер. Вот тут можно кушать на улице прямо сидеть. Ну, конечно, внутри прохладнее. Детский парк. Вот катаются на этом, на паровозике. Мы тоже, кстати, там со Светой когда-то катались. Так классно. Давайте тоже покататься. Там такое звездное небо красиво будет. Ну, ты заедешь, там такая красота. Вообще. Детям одно раздолье. У меня отдельно видео со всех этих парков тоже есть, детки. Просто, конечно, замечательно. Ярко, так красиво. Невероятно красиво. Вот заходишь сюда, сразу хочется... Хочется жить. Так, беру чемодан, пошли домой. Пошли, давай. Чемодан. Оп. Так, это новый какой-то батискаф. Тут раньше другой стоял. Или его просто покрасили. Сейчас выкипит. А сколько уток? Ой, хочу кушать. Прям подводит уже животик. Надо идти. Надо идти, 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 идти. Нужно поуправлять этим батискафом. Все, я уже не буду повторяться на детских этих... Опять это дерево. Опять это безумие. Это что такое? Это же надо такая красота. Вот оно голенькое, с такими цветочками. Все, я побежала. Там еще же надо очередь занять. Может быть, не на одну ветку. Может, я как-то там проскользну. Русская девочка Олечка на гитаре, на скрипке играет. Мир. Я через этот детский мир попаду на Гарри Поттера. Все. Пока.